сегодня хочу показать вам очень простую эффективную маску от глубоких и мелких морщин. Эта маска подойдет для всех типов кожи, для всех возрастов. Эта маска универсальная, вы можете приготовить ее быстро, и эффект вы сразу же увидите на своем лице. Для этой маски нам понадобится рисовая мука, и нам нужно будет взять 1 столовую ложку рисовой муки. Рисовую муку вы можете купить в любом супермаркете, сейчас она продается, это не проблема. Или же, если у вас нет рисовой муки, вы можете измельчить рис в кофемолке или же отварить рис и пользоваться отваренным уже рисом. В эту маску я добавляю 2 столовых ложки крутого кипятка. Все хорошо размешиваю. Затем накрываю и оставляю на 10 минут настояться. Следующим компонентом, который я буду добавлять в маску, это оливковое масло. Я думаю, что оливковое масло есть у всех, и оно очень хорошо подходит для любого типа кожи. Также, если у вас нет оливкового масла, вы можете применить любое масло, которое у вас есть и которое вам нравится. В маску кладу 1 чайную ложку оливкового масла. И затем я уже добавляю витамин Е. И также в эту маску я добавляю витамин А 3 капли. Маска готова, и теперь ее можно наносить на очищенное лицо, на зону декольте, на шею и также область вокруг глаз. Оставляем маску на 15-20 минут, затем смываем теплой водой и прохладной водой. Курс маски состоит 2 раза в неделю в течение 1 месяца. Thank you.